С 1 по 8 января в Заурале произошло 32 дорожно-транспортных происшествия. Одно из них с летальным исходом случилось 5 января в 30 километрах от села Мишкино Курганской области. Как сообщают в областной госавтоинспекции, 27-летняя жительница города Омска на автомобиле Toyota Caldina двигалась в сторону Кургана. По неуточненной причине она выехала на встречную полосу и по касательной задела Deo Matiz под управлением 37-летнего жителя Челябинской области. После этого Toyota лоб в лоб врезалась в ВАЗ-2114, за рулем которой был житель Тюменской области. В результате погибли двое – 37-летний водитель 14-й и девочка 7 лет, которая находилась на заднем сиденье «Жигулей». Второй пассажир – ребенок 2000 года рождения, водитель и два пассажира автомобиля «Тойота», жители города Омска, госпитализированы в Мишкинскую районную больницу. В автомобиле «Deo Matiz» никто не пострадал. Также хочется отметить, что в данном дорожно-транспортном происшествии оба несовершеннолетних пассажира находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты ремнем безопасности.